Пройти 10 километров за 1,5 часа, когда тебе за 80, легко, тем более в компании единомышленниц. Такими активистками славится областное общество немцев. О спортивных буднях павлодарских бабушек наш следующий сюжет. Вот уже 6 лет при объединении Возрождения функционирует школа третьего возраста. Занятия здесь проходят один раз в неделю. Зато какие! Для участниц группы это возможность укрепить не только здоровье, но и дружбу. Вот так на свежем воздухе, каждый раз выбирая новый маршрут и комплекс упражнений, участницы проекта проводят время с пользой и в приятной компании. Группы собираются по 10-12 человек. Самой молодой бабушке 70 лет, самой старшей Иде Ивановне 83 года. Я никогда не могла подумать, что я в таком возрасте буду заниматься спортом, что это даст для меня удовольствие, здоровье. Мне намного легче, у меня и протрузии, у меня грыжа позвоночная. И у меня очень много проблем. А когда я хожу, занимаюсь, мне намного лучше. Я с удовольствием хожу заниматься. Минимум 3 километра за одну тренировку наматывают воспитанницы Руфата Дусикенова. Занятия не ограничиваются скандинавской ходьбой. Мы выполняем какие-то упражнения на тренажерах. То есть все зависит от нашей локации. Если мы, допустим, в осеннее, летнее, весеннее время мы занимаемся на улице. То есть мы выходим вот на набережную города, мы здесь вот занимаемся в горсаде. Соответственно, у нас здесь, допустим, на улице гимнастика, то есть непосредственно ходьба и плюс какие-то, скажем, такие дополнительные упражнения. А в зимнее время мы занимаемся в зале немецкого дома. То есть там уже, конечно, там уже немножко другой профиль, там как бы, потому что там уже мы убираем вот эту ходьбу, непосредственно там уже мы занимаемся более, скажем, продвинуто, вот так, можно если так это говорить. Несмотря на то, что среди героинь сегодняшнего сюжета есть и те, кто уже воспитывает правнуков, назвать их бабушками язык едва поворачивается. Они могут дать фору молодежи, добавил тренер, сравнивая, как порой тяжелые на подъем бывают школьники на его уроках физкультуры и как легко и непринужденно занимается спортом старшее поколение. Зин, гизун, хай! Мы за здоровье! Дарья Жумабекова, Алексей Мехедов, ЕРТС Ахпарат.